просыпаюсь от неверного движения ногой. Мышцы оболокло судорогой. Я чувствую боль, но не столь сильную, чтобы кричать. Остается издать незначительный стон. Я участвовал во сне разврате. По окончании очнулся в кровати. Телепортация — лучший друг, когда хочется спрятаться от ненасытных подруг. Когда душа твоя устанет от анаши, ты почувствуешь крик души, мол, этим дерьмом не греши. Ты услышишь крик тишины. Когда душа твоя устанет от анаши, ты почувствуешь крик души, мол, этим дерьмом не греши. Ты услышишь крик тишины. Я понял, что я стал кем-то иным. Я обрел свободу, мне больше не нужен грим. Тишина, я научился быть частью тебя. Ты слышишь, я научился быть частью тебя. Когда душа твоя устанет от анаши, ты почувствуешь крик души, мол, этим дерьмом не греши. Ты услышишь крик тишины. Когда душа твоя устанет от анаши, ты почувствуешь крик души, мол, этим дерьмом не греши. Ты услышишь крик тишины. Я больше не верю в сны, я знаю, это крик тишины. Я не верю в вещи сны, я знаю, это крик тишины. Я не верю в вещи сны, я знаю, это крик тишины. Я больше не верю в сны, я знаю это! Крик! Когда душа твоя устанет от анаши, ты почувствуешь крик души, мол, этим дерьмом не греши, ты услышишь крик тишины. Все, спасибо!